Даже в условиях пандемии и всевозможных ограничений организаторы детского кинофестиваля приняли решение оставить частичку живого общения со зрителем. 2 октября под открытым небом на Потемкинской лестнице покажут фильм «Der Golem, wie in der Welt kam» – «Голем, как он пришел в мир» 1920 года. Немая лента считается одним из характерных образцов экспрессионизма в кинематографе и будет показана под музыку израильского композитора Бетти Оливера в аранжировке Гюнтера Бухвальда. Саундтрек будет играть камерный оркестр Одесской филармонии. 4 года готовились к показу фильма «Мой милый дом», участник национальной конкурсной программы среди полнометражных картин. Молодой режиссер Сергей Сторжев рассказывает, что идея семейной борьбы за материальное благо появилась неожиданно, но писать сценарий не спешил. Ведь тогда казалось, что снято достаточно много фильмов на эту тему. Как оказалось, ссоры детей после смерти родителей из-за распределения наследства не такая уж и освещенная, хотя и очень актуальная. Главный месседж этой картины – показать, что даже самых близких родственников могут изменить, а точнее испортить деньги. В главных ролях в этом фильме сыграли Алексей Тритенко, Дмитрий Усов, Светлана Штанько и Алиса Федорова. Актеры фильма сознаются, войти в роль было просто, ведь сценарий был очень грамотно написан и у каждого героя были свои изюминки, которые нельзя было не заметить. Сейчас на этот фильм у режиссера большие надежды и планы, но основная задача – показать картину на различных фестивалях, а только затем думать о прокате ленты в кинотеатрах и на телеканалах. Поэтому у зрителей Одесского кинофестиваля есть особая возможность посмотреть и оценить фильм с 4 по 11 октября. Количество просмотров ограничено. Я думаю, что на сегодняшний день от момента начала проекта прошло около 4 лет. Идея пришла в голову случайно. Мне почему-то казалось, что это такая наболевшая тема, которая близка каждому, и, наверное, уже на эту тему что-то снято. И снято, может быть, не одно, но, как оказалось, на удивление, ничего, как бы, особенно в последнее время, снято не было. И мы начали разрабатывать, расписывать эту тему. Очень долго работали над сценарием, около 2 лет. Писали, переписывали. «Бес» – еще один украинский фильм, который попал в топ самых ожидаемых на кинофестивале. Приключения, детектив и документалка – это сочетание жанров, от которого мурашки по коже. Для режиссера Егора Трояновского и продюсера Ольги Бесхмельницыной этот полнометражный фильм – дебют. Причем очень удачный. Однако зрителей очень заинтересовало несоответствие названия фильма и его смысла. Ведь сама картина о расследовании, похищении и вероятном убийстве добровольца в 2014 году на Донбассе. Но авторы фильма рассказывают, что такое несовместительство – это просто их видение, и объяснения этому нет. Взагалі є багато фільмів, де назви не відповідають, мабуть. Та сама «Земля блакитна, ніби апельсин». Тому... Ну, є якась зв'язок, безумовно, між назвою, чому вона, я сподіваюся. Ну, я до сих пір не знаю, якщо чесно. Напомню, Одесский международный кинофестиваль проходит с 25 сентября по 3 октября. Вы сможете посмотреть 120 фильмов за 9 дней в удобном онлайн-формате, даже не выходя из дома. Кристина Черновалова, телеканал «Репортер».